Потому что бабка не выглядела зараженной. Понимаете, о чем я, да? Здорово, бичи. Заметили меня? Я мастер точности, вы же понимаете. Полегче, сынок. Так, давайте 100% меткость. Подрубил. Подрубил 100% меткость. Никаких промахов. Не, сука, сегодня. 100%, сука, меткость. Они после каждого выстрела, кстати, подбегают. Оу, не угадал я. Перезарядка. Блин, ебать он мансит на самом-то деле. А вот ты теперь не догоняешь. Скорости не хватает. Нитру подрубать надо. Вон еще один стоит. Его прямо отсюда можно завинтить, чтобы он не расслаблялся. Ну-ка, дорогуша. Ого, как ты лихо пригнулся. По тебе так ты не скажешь, что ты такой прыткий, сынок. А вот и эпоксид. Слушайте, неужели мне еще предстоит? Я уж думал, танкер, типа, конец. Потому что после танкера уже быть ничего не может. Так, один патрон от этой байды мне уже не жалко. Поэтому нож носить с собой я не буду. Всю игру я его проносил и не использовал его. В следующий раз даже таскать его не буду. Хотя я думаю, на максимальной сложности приходится ножом поорудовать. Куда меня черти несут? Автомат я пока придержу. И дробовик точно на босса. Дробовик и вот эта байда — это на босса. Автомат и пистолет — расходнички. Я, кажется, спускаюсь в шахты. Последний раз спускался в шахты с Блэком. Не очень хорошо кончилось. Но эти шахты довольно светлые. Shoot thrill. Too many women. Вот и все. Откуда спустился паук, возникает вопрос. Вот откуда он, блядь, спустился? Я не обратил внимания, сверху откуда? Оу, Лукас! Ну просто ёб твою мать, Лукас! Опять ты грязь эту устраиваешь. О, так а если... Оп. Легко. И еще я... Это патроны автоматные. Что там? Что там, блядь, такое? Что происходит, нахуй? Чего ты, блядь? Парни, а ну давай за мной. А ну давай за мной. Бабах. Имбецилы. Ты думаешь, тебя это спасет? Оу. Просто не надо. Ну, с автомата, конечно, они уходят быстро. Они мало дамажные. Кстати, тут нарисовано, типа, что-то. Ну, это, я думаю, тоже не важно. Ребята пришли из пещер. Оу. Оу. Ну, если они пришли отсюда, то вряд ли здесь есть какая-то взрывчатка. Ну и куда? Какие-то пещеры. Что-то происходит. Монстры побрались в пещеры. Кстати, сюда меня идут искать. Хорошо бы было просто остаться там. Оу. Бля, вот если отсюда вылетели. О, ненавижу тебя! Ну и ты тогда отъедь уже. Ну от... Ого, он еще жив. Ну отъедь ради всех нас. Нет, тогда уже лучше так. А ты живое? Не похоже. Вынужденная мера, господа. Да ёб твою мать, откуда? Отстаньте от меня. Я не могу тратить дробовик, он мне на босс-файт. Тут можно толкнуть тележку будет. Ладно. Босс-файт отменяется, суки.
Можно было толкнуть в них тележки? А, нет, это чтобы открыть проход, наверное, да? Ну, давай, отпускай, пускай едет. Вагонетка. Да. Но я думаю, на них бы это тоже сработало. Очень интересно, откуда эти уроды пришли. 3-4. Вот я хочу 3-4 поменять местами. Это не очень удобно. А 2-1 нормально. О, бомбы, блин. Здесь бы эта тоже штука мне пригодилась. Ну, а дальше мы видели все. Мне вот это сейчас выглядит немножко как растянуто. Мне кажется, что можно было бы уже игру и закончить. То есть на каком-то этапе. Какие-то шахты, я куда-то спустился. Что-то прям вообще. Типа, ну, все было. 80% игры было нормально. Вот что-то последние 20, если это последние 20. Я, конечно, не знаю, может, тут еще мне жить и жить. Но мне кажется, что уже прям, ну, все. Что это? Это взрывчатка, которая создана, чтобы взять растяжка. Из пальца сосуд. Давай сначала внизу погуляем. Нажатого у меня все равно нет. Топливо для горелки, но я ее не брал с собой. Она типа нужна разве была? Не припомню я такого. Шахтеры, видимо, заложились бомбами, чтобы твари их не достали. Даже вот видите, шахтеры знают, что твари любят ящики разбивать. Но это Лукас, я тебе говорю, сука, он жив. Лукас жив. Ноутбуки он, травы батины. И все. Даже эпоксида нет. Эпоксид у меня есть с собой. Мне он не шибко нужен. Тут, похоже, на две хилки открытые. Ну ладно, не суть. Давай ноутбук тогда смотреть. Отправлено. Пятница, 16 января 2015 год. Без 18 час. Ребята, благодаря вам, меня уже неделю как не беспокоят странные мысли. Теперь все нормально, а она до сих пор подумает, что провела меня. Вы уж постарайтесь исправить это недоразумение, она ведь только выглядит как мало дитя, но и глупая как дитя. Не только выглядит. Однако мама и папа пока в полной отключке. Любопытно, что вы это запрограммировали ей всю эту семейную одержимость. Результат, мягко говоря, хреновый. 5-4. Эта сука Мия до сих пор перебивает где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной, пришлось забереть ее в камере. Мне казалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь Мия ее любимица, но ей вроде все равно. Вообще-то Эвелина иногда к ней наведывается, думает, Мия ее мамочка. В общем, хреново у вас получилось биологическое оружие. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля, она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг. Она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг, чтобы добавить в свою семью уродов. Может, ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась. Но меня это все уже порядком достало, ведь именно мне приходится почищать дерьмо, когда появляется уже новый. Кстати, Эви вроде не здоровится. Кожа у нее становится все более морщинистой, волосы седеют. Так и должно быть. Она как будто внезапно постарела. Бабуля? Это кто-то следил за всем этим. То есть, когда кто-то приходил, семья пополнялась, и кто-то за этим реально следил. Но бабуля? Бабуля и есть Эвелина? Серьезно? Что это? Стероиды. Ни хрена заначка! Я что-то в шоке. Я думал, бабушка это часть семьи все это время. Да я и до сих пор, если честно, увеличу максимально здоровье. Да уже сколько? А, нужно же было их потаскать с собой. Что-то я провахлялся стероидами. Что там? На данном учете написано симптом заражения человека, бактерии, обитающих в точках в объектах серии Е. Настоятельно рекомендую ознакомиться с документами, прежде чем работать с боевыми агентами серии Е, далее именуемая как плесень. Первоначальное заражение плесень питается веществами из зараженного хозяина и растет, постепенно захватывая все клетки. Один из побочных эффектов – чрезвычайно высокие регенеративные способности. В ходе экспериментов мы ампутировали у подопытных руки и ноги, а ему давал защитные минуты переживить ампутированные конечности обратно. Блять, ну... суть в том, что мне тоже кое-что ампутировали. Это значит, что я тоже был заражен. Или я заражен сейчас. Промежуточная стадия. Когда плесень достигает мозга, мысли субъекта синхронизируются с мыслями агента серии Е. Субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации. Вскоре попадает под полный контроль агента серии Е. Если не остановить процесс, субъект полностью потеряет свое «я».
Это как было с бейкерами. Последняя стадия. После того, как плесень распространяется на все клетки организма, субъект начинает терять человеческий облик. Физические изменения разнятся к случаю, от случая к случаю, но в результате объект приобретает огромную физическую силу. Сдержать субъект, достигший этой стадии, чрезвычайно трудно. Но это уже как Мия, помните, там мной стены ломал. Вот. Что это? 5 минут после введения дозы. Рвота. Нейротоксин Е, испытание для подбора дозы серии Е. 10 минут после введения дозы, смерть. Для основания кальцификация клеток. 12 с лишним минут. Пипетка. И таблетки, кстати, для кого-то так аккуратно. 4 и 3 положены разные. О, это что? Ну, это есть ящик, которым можно убить. Target acquired. Мне нужно ставить сюда бутылочку. Нейротоксин разрушает клетки объекта, созданных на основе модели биологического оружия серии, используя только для уничтожения объекта серии. После употребления токсин необходимо стимулировать. Для этого поместите контейнер с нейротоксинами. Я же говорил. И этот типа пришелец, опять же, под проволокой. И так у меня появился нейротоксин. Пытается сыротка для уничтожения подопытных серий. Инъекция этого препарата уничтожит эвелину. Я как-то догадался. Данный проект был инициирован в 2000 году в качестве одной из концепций инициативы ERTPSP. Экспериментальная разработка типа тактическое преимущество следующего поколения. Тактическое преимущество следующего ERTPSP. В сотрудничестве с организацией HCFI основной целью было создание биооружия для массового уничтожения врага без прямого контакта. Впоследствии инициатива тактическое преимущество следующего поколения было свернуто, все наработки были переданы в данный проект. Отличительной особенностью данного проекта является способность обращать врага в союзника, преображение враждебных элементов в добровольных помощников. Таким образом, снижаются не только расходы на содержание военнопленных, но и само поведение боя. Неудивительно, что такие организации, как такая-то и даже такая-то, стремятся принять в этих разработках участие. Данный проект не состоялся бы без открытия в Umbrella Corporation чрезвычайно развитого грибка, замещающего... Ну, отставьте. Чрезвычайно развитого грибка, замещающего эволюции. Чаще всего для него используется термин мутагриб. Приоритетным методом производства было добавление генома мутагриба к человеческому эмбриону накануне перехода к стадии 4 культивации контролируемой среды в период от 38 до 40 недель. Полученные организмы в дальнейшем обозначились как потенциально подходящие особи. Они аранжированы по степени полезности от неудачных и бесполезных результатов. Серия А, серия Д до безупречной серии Е. Но серия А, серия Д это обычные, судя по всему, зомбированные с первой по третьей части, да, которые вообще не бенимы. Для биологического оружия была выбрана стандартная внешность, а именно 10-летняя девочка. Такой выбор облегчает смещение с городской популяцией или беженцами. Смешение. Это как Красная Королева, типа была дочка главного дока. Первая особь серии Е по имени Эвелина обладает особенностью выделять мутагриб из своей ткани по собственной воле. Необходимо также отметить, что мутагриб Эвелина обладает способностью подчинять себе тело и разум особи хозяина. О механизме данного контроля со стороны Эвелины нам еще многое предстоит узнать, однако уже существует рабочая теория о том, что вектор действия подобен самоиндуктивным феромонам, используемым для дистанционного взаимодействия между бактериями и псевдомонадами. Да? Псевдомонадами? Эвелина достигает контроля в нескольких раздельных этапах, первым из которых являются галлюцинации. Почти незамедлительно после заражения субъекта начинает посещать видение Эвелины, хотя на самом деле ее рядом нет, слышится ее голос, неслышный для окружающих. Расспросы субъектов, находящихся на ранних стадиях заражения, показали, что первое время фантом Эвелины кажется обычной маленькой девочкой, жаждущей дружбы или помощи, однако со временем она становится все более агрессивной и требовательной. Она приказывает субъекту наносить себе увечья или нападать на окружающих. Может, это все были у меня глюки тогда? Я же вижу девочку. Я разъебал бейкеров, разъебался. Нет, таких глюков не бывает. Психический шок, испытываемый субъектами от совершенного, позволяет видение обрушить их естественные ментальные барьеры и начать психологическую обработку
Ко времени достижения полного ментального контроля мотогрибковая инфекция поражает все клетки организма и тела. Подопытного, да? Наверное. Интересно, интересно, сейчас я Steam под. Вы и не заметили, наверное. Ой, еще почитаем. Эвелина также способна формировать организмы из мицелия, то есть грибкового волокна. В данном случае термин «организмы» не точен. Строго говоря, это сверхорганизмы, полностью состоящие из бесконечного мицелия. Однако важно отметить, что этим производным организмам свойственен мощный инстинкт самосохранения. Они яростно защищаются при малейшем намеке на угрозу. Свойственно этим грибам плотность и сила придают им потенциальную ценность на поле боя. Исследователи называют эти сверхорганизмы плесневиками. Они состоят из плесени, а также это название созвучно слову боевики. Плесневики. Есть в этом наименование некая выдумка. Но это этот, который черный, вот мы их ебашили только что. Обычные монстры. Для лечения случайных заражений была разработана уникальная грибковая сыворотка, получаемая путем извлечения образцов ткани эвелины. Применение сыворотки на зараженном субъекте приводит к калификации мицелия, однако в случае, когда клетки субъекта обширно поражены, применение сыворотки приводит к летальному исходу. Так было с Бейкером. В силу того, что временной промежуток, подходящий для лечения, так мало, основным применением сыворотки является скорее устранение зараженных субъектов, нежели их исцеление. Но СМИ нормально все было, хотя она вроде тоже долго была заражена. При исследовании свойств сыворотки обнаружили, что подвергание ее влиянию... чего-то усиливает эффект до крайней степени. Таким образом, был открыт состав, который мы теперь знаем под названием нейротоксин Е. Даже в малых дозах. Не знаю, не понимаю. Крайне любопытно было наблюдать поведение Эвелины, такое явление, как ее одержимость идеей семьи. Во время экспериментов было обнаружено множество случаев, когда зараженные субъекты были вынуждены играть роль ее отца или матери, относясь к ней как к родному ребенку. Почему для получения ментального контроля она выбрала именно эту тему? С одной стороны, это кажется случайным выбором, возможно, она инстинктивно становится, что семейная ячейка лучше подходит для успешного внедрения в социальной группы, нежели одинокая девочка. Согласен. С другой стороны, кто-нибудь сентиментальный может предположить, что она пытается компенсировать четко осознаваемую нехватку любви в процессе своего взросления в карантине. Ей не хватает родительской любви. Что-то мне тут вспомнился прикол про Армсталкер 1. Ну ладно, неважно. Осенило, знаете. Ладно, пойдем. О! А мы услышим эту музыку еще или нет, как думаете? Да, услышим. Зажигательный боеприпас. Хуярево будет. Это точно. Знаете, как говорят, хуярево будет, но это не точно. Хуярево будет, и это точно. От пистолетных патронов я избавляюсь. Потому что настало, сука, время тебя. Тебя бы сюда просто так не положили. Ёбаный ты ублюдок. Дистанционные бомбы нужно взять тоже. Хилки у меня их полно. Монеты мне, в принципе, и не нужны больше. Мне нужно еще твердое топливо. Да, чтобы сделать эти штуки. Сильные. Че я? Я сильный эпоксидный взял. Шкварю. Так при таких раскладах-то ничего и не поможет сейчас. Огнемет, не думаю, что он будет прям бахать. Да, все на этом. Но нанесет ли этот гранатомет так много урона, чем пистолет? Ну, я думаю, в краткие сроки нанесет, да. В перспективе на будущее не нанесет. Ну, именно... И убейте, у меня уже здание, убейте Эвелину нейротоксином. Эвелина-то будет брыкаться, я уверен. Эвелина это бабушка, скорее всего. Потому что она седая. Что это такое? Что за интересные двери, которые не открываются? Потому что там у нее устарение кожи. Блин, и дали 12 лучших пистолетных патронов. Вот четко, когда я вышел. А еще у меня есть магнум. Да нет. Нет уж. Хотя мне еще идти через кучу монстров. Не-не-не, ладно. Прости, гранатомет, я не могу решиться, но, скорее всего, тебе это не нужно, поверь. Улучшенные пистолетные, еще пистолетные. Стреляй, не перестреляй.
Бомба. То, что нужно. Кстати, эти бомбы очень много наносят. Но их надо на хоткейс носить, а у меня пока нет хоткейс. Что потом быстро пистолет заменю? Эвелина! Слышите? Я иду за тобой. Я снесу тебе голову. И, сука, вколю тебе твою любимую сыворотку. Привет! Чуть не усрался я. Она сказала, либо сдохни, да. Либо она сказала, папочка. Прости, родной. Я вынужден это сделать. Опа. Я же сказал, что успею. Блять, какие мансы, что происходит? Бля, у меня нет времени. О боже. Просто приляг. Сука, просто умри тогда. Спасибо, боже. Дед, что ты у меня был конструктором. Сори. Ой, 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 тупичок. Я сам виноват во всем. Я не понял, почему я выстрелил с дробовика. Ой, эта хуйня так много дамажит. Тут лучше не промахиваться. А сзади-то... Ну, типа, более-менее. Умри. Да ёб твою медь-то! Я заметил, что эта херня меня вообще вовсе не дамажит. Типа так, если поступить. О, нет, придется прыгать. Ладно, не придется. Кто ждал? Мне вверх, да? А что это так? Я столько всего пробежал, столько припасов, но дробовик просто спас меня вместе с бомбами. Он просто спас меня от верной смерти. Ну, в смысле, что, опять жирный, ёба. А, я же помню, у тебя есть слабое место. О, их двое! О, боже! Я труп, парни. Я этого никак не ожидал. Мне единственный ему путь сейчас свалить, это вот сюда назад. Но я не уверен, что получится. О, боже, я смог. На, сука! На, сука, тебе, блядь! На, въебало, блядь, парочку! Ай-ай-ай, нет-нет-нет-нет-нет! Баба, блядь! Баба, блядь! Просто умри, блядь, пожалуйста. Бля, больно, чел, ты чего? На, блядь. Он сейчас взорвется, нахуй. Бэ. Для перемещения предметов используйте. Да я хочу просто палить себе маленькой. Я ведь маленькую вырил, я же не ДЦПшник, блядь. Скажите, пожалуйста, что я не ДЦПшник. Да, слава богу, я вырил маленькую. Фу, бля, припасики так-то... подходит к концу. О! Вот за это спасибо. 3 патрона к мегапистолету и практически весь дробовик и все бомбы. Сильная аптечка. 3-я, что ли, уже в стак? Слушайте, ну, по аптечкам так-то нормально. Мне кажется, с такими аптечками я и с пистолетом бы разобрался. Если честно, я думал, что это конец, когда увидел 2 толстяков, и я был прижат в самой неудачной позиции из всех. Я думал, все, приехали. Но этот пистолет их с ног сшибает просто моментально. Когда меня убил на корабле там этот жирный, мне написали, стреляйте им по ногам, это их слабейшее место. Так, 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 дайте мне бизон тогда, давайте бизон тратить. О, опять меня начинает, я, кажется, в поры вошел в ее, да? Что меня глюч начинает? Девочка моя, девочка моя, будешь мне за руку хватать? Меня еще никто, кстати, за руку не хватал. Сейф стоит. Куча патронов. Карта шахты. Серьезно, сейф? Он настоящий? Я думал, это, типа, фейк сейф будет. Ящиков, скорее всего, больше не будет, поэтому гранатомет мне не светит ни при каких раскладах.
Но есть очень много пистолетных патронов, которые нужно тратить теперь. Давайте утилизировать ногой. Ни хрена я зверь. Инвалидное кресло без бабки. Я знал. Я просто знал. Кукла. Да, все так и есть. Ты что думал, сукин сын, я тебя забыл? Ох ты, блядь. Это было неожиданно. А, начало игры. Не переживай, Мия. Все будет нормально. А вот теперь есть здесь проход, смотри. Не заколоченный нисколько. Это в подвал дверь. Отсюда ты выползал на меня. Зоя? Не берет трубку. Подожди, каким нахуй образом я из шахт вышел в дом Бейкеров? Что? О, это... Это меня, кажется, ты выбросила туда, да? О, привет. Чё? Да ладно? Ты не призрак! Если бы ты была призраком, мне бы, возможно, даже было немножко... Стоп, почему я вижу это? Действительно, почему? А я такой раз и в другую сторону зашел. Видал, какой жесткий? О, нету до сих пор этой. До сих... Ну, дом Бейкеров. До сих пор нету фьюза. А, наверное, наверху, потому что... Ну, ладно, иду к тебе, дорогая. Ой, блядь, я забыл. Ты... Ты отвертку убери, блядь. Это не флешбеки. Так было. Это она и приказывала. Это она сказала ей убей его. Так было на самом деле. Мне наверх, что ли? Мне нужно Мию мочить или где? Или что? Она же с бензопилой там сейчас будет, вы помните? Помоги. Уж я-то сейчас тебе помогу. Закрыто. Ethan, help me. Я иду, иду. С этой стороны-то тоже не открыть. Тут где-то есть... О, ты тут должна быть, не? Нет. А тут? Тоже закрыто. Итан, помоги мне. Ой. Есть тут... Мне нужно все-таки... Она еще... Она не настоящая. Меня тут невозможно убить. Я бессмертен. Он девочка бежит. Или не бессмертие. По-моему, должен быть бессмертие. Зачем я взял гранатометные патроны? Доча! Ну, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Она это глюк. Сегодня я даже не знаю, что это за того. Оставь меня. Нет! Я, сука, пришел за тобой. Я не боюсь, типа. Ладно, она убежала сюда, но здесь ничего нет. Ну, здравствуй, Долли. Как у тебя дела? Подожди, ну куда мне идти-то? Кто-то долбится в окна. Я понимаю. Дело-то житейское.
Ну, вон она бежит. Ёпта! Что ж ты так резко-то встаёшь-то, женщина? Ей, по-моему, не важно, сколько я просто трачу патроны. Что-то трухается. Дом-то разваливается на части. Тут, видимо, домик не даст нам открыть потайную дверь никакую. Но у меня путь только один, обратно там, через кухню. Вон она. Я что-то здесь видел. Там, где Долли, да, через Долли. Там дверь закрыта была. Может быть, сейчас? Не похоже. Это выход из дома. Ладно. Не сюда, так не сюда. На второй этаж? Не думаю. Ну, больше-то некуда. Да, второй этаж, все. Теперь уж наверняка. Ой, блин. Что ты творишь? Что с ней не так? Ну, если Эвелина окажется бабушкой, то она бы скоро, наверное, сама умерла. Я думаю. Вон ты где, да? Ох, нихуя. Ау! Да ты знаешь, мне там руки отрезали. Я не думаю, что... Да я... Я умер? Похоже, что я все-таки остановлюсь. Эвелина. Эвелина постарается не подвигать к себе, чтобы уничтожить нерушение. Придется отбивать ее атаки. А, врубился, сори. А ну давай. Понял. Так. Давай еще разочек. Я-то этого не знал. Ах! Нет. Да. Все так и есть. Фу, блядь. Что с тобой не так? Ну, естественно, ты убираешь. Проклятие, говорит. Проклятие на ваши... Проклятие на всех вас! Ох, блядь, лучше бы у меня был гранатомет. Нет, давай у меня тут... У меня есть нечто подейственней. Знаешь ли... Кайфово? Нравится? Ой. Больно. Больно. Что происходит? Она рушит дом. Она и есть дом? Мне нужно было защищаться опять? Я вроде раздал все, что было во мне. О, кавалерия, подожди, я понял, так и было задумано. Моя рубашка! Нет! Она запачкалась! Ну, сука! Ты запачкала мою рубашку! Ты огребаешь! Да-да! За рубашку ты, сука, ответишь! А зачем у меня патронов нет? Блять, ну я закроюсь как. Мне дадут перезарядиться, как думать? Да, я перезарядился. Вот гадина-то, а! Нет! Нет! Хватайся, чача! Полет шмеля. Слушай, я не могу ничего. О, отпустила. Ну, как минимум пару ребер. Что это?
Да ёпта. Что за нахер? Ноль. Ну, ну. Вот, держи. Кто это сказал? Альберт 01. Я знаю только одного Альберта, и это не пистолет. Это такой в очках. Уэскер. Ну и сюда. Походу это и есть. Смотрите, как это каль, ну в кальций, короче, напрячилось чистейшее. Кальцация или как там, кальцевание. Это, видимо, с какими-то инъекциями был пистолет. Господи, какой ужас. Какой, блядь, ужас. Я действую наверняка, кошмар наконец-то закончится, конец ночи. Это конец игры. Здорово, парни! Чё-то долго вас не было. Руку. Хэнк? Не-не-не, не Хэнк. Хэнк бы не снимал. Криси бой? О, Криси бой. Как тебя, сука, избили, но ебало твое все еще похоже на ебало твое. Что же у вас так долго-то? У меня там жена на корабле. Или девушка. Ну, в общем, вы ее тоже спасите. О! Ты смотри, что творится. Зои! Спасите Зои. А вы ей там вкололи все, что надо, да? Потому что она вроде это опять поплавилась. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. О, на вертике Umbrella было написано, но смысл такой. Даже не знаю, у меня смешанные чувства. Берут смешанные очень. С одной стороны, это была прекрасная игра. Хорошая, очень хорошая. Ну, не прекрасная, очень хорошая игра. Очень хороший хоррор. Но с другой стороны, это не Resident Evil. Можете закидать меня помидорами, какахами или чем угодно, ребята. Но это не Resident Evil, поймите. Resident Evil изменился. И, может быть, это он и есть, но он изменился в худшую сторону. Не такой я хочу, я лично хочу видеть эту игру, наверное. Может быть, я один такой. Но это была хорошая игра, это был хороший хоррор, правда. Классный хоррор, я прошел его здорово, на одном дыхании, можно сказать, почти там, с малыми перерывами. Она реально классно зашла. Это была смесь Outlast'а и чего-то с оружием в руках, там, понимаете? Даже не знаю. Ну, в любом случае, это было здоровское прохождение. Просто вам объясню, пока у нас есть время поговорить, да, тут титры идут. В принципе, это мой ролик. Для тех, кто досмотрел игру, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Доброго всем ФПС. С вами был я, Шус. Приходите еще обязательно. Пока. А вот для тех, кто остался, давайте немножко поговорим.
Ну, как-то трудно подобрать слова. Вот если брать Resident Evil, которые выходили в последнее время, да, мне зашла только шестая часть. Просто и то, просто из-за кооперативной части игры. Если бы не было кооперативной части игры, она бы мне, наверное, не зашла, и я бы ее ни за что в жизни не прошел, понимаете? Пятая часть, та же история. Шева, Крис. Четвертая часть не осилил, просто потому что она была... Не то, что я привык видеть. Я хотел другую страшилку. Я хотел ужасающий город, понимаешь? И медленных трупов, их много, нехватка патронов. Сейчас серия шагнула немного, можно сказать, вперед, но для меня это шаг назад. Вот если вам интересно, каким я вижу кооператив идеальный в этой игре, он уже выходил. И это не шестая и не пятая часть. Наберите в Ютубе, посмотрите Resident Evil Outbreak на PS2. Это идеальный, сука, кооператив для Resident Evil, который я только мог себе представить и который я никогда не пробовал, потому что у меня не было PS2. Вот так вот. Доброго всем FPS-а, ребят. Было круто. Было круто. Михаил Игнатов. Молоток. Для тех, кто досмотрел прям до самого-самого конца, доброго всем FPS-а. Напишите, что вы думаете, потом вместе посмотрим. Может, есть люди, которые думают так же, как я, которые считают, что после третьей части серия начинает загибаться. Но вот ради справедливости, вот видите, игра хорошая. Игра действительно очень хороша. Мне понравилось. Но мне не понравилось то, что здесь написано Resident Evil. Напишите там, не знаю, Trouble at the House on the Swamp, знаете? Проблемы в доме на болотах. И выпустят эту игру отдельно, и никто, сука, и не понял бы, что это Resident Evil. Вот. Ладно, ребят, всем спасибо, всем пока. Магазин игршуз.про. Дешевые ключи для элитных ребят. За качество отвечаю. Все ссылки можно найти в описании под видео.